Всем привет, ребята, я Романов, и это, ребята, вторая часть моего выживания в этом мире. И посмотрите, кто он ко мне сейчас пришел. У меня начало выживания, а ко мне уже пришел траншивающий торговец. Вот это везение, да, ребят? Правда, почему-то можно назвать везением, если у меня бабок. Майни совсем нету. Ну да ладно. Можно сказать, мне повезло, ребят. Я вообще, ребят, включу запись. Из-за этого вот, из-за него, и вот как вам. Да, ребят, в моем доме тут немного я увеличил свой дом. Вот, поставил себе тут стекла. И все, дом уже стал красивым. Ну что, ребят, сегодня я решил пойти дальше, покопать шахту. В эту сторону пока не буду идти. Пойдемте лучше давайте в обход. Так. Блин, я сейчас жутко хочу себе найти какие-то хотя бы железо там. Не очень, ребят, нам повезло, конечно же, с регенерацией мира. Ну что ж, ребят, пока что я, наверное, остановлю запись. Ребят, продолжаем запись, ребят. Я хотел, ребята, сходить в шахту сейчас. Ну, подумал, почему вы мне не сделать сейчас ферму какую-нибудь там пшеницы? Потому что у нас сейчас еды чрезвычайно мало. Давайте скрафтим мотыгу. И хорошо, ребята, что у меня водоем далеко от дома. Давайте прямо здесь сделаем сейчас клетки. И давайте, ребята, я пока приостановлю запись, чтобы не было долго. Я пока найду семена. Собрал вот тут семена. Все, пускай растут. Ну, я решил, ребята, что мне нужно будет кровать сейчас. Барашек не хочу пока убивать. Потому что вот тут он только один такого цвета. Вот, ребят, мы сейчас сходим в шахту, найдем железо. Ну и схватим ножницы с ведром. Я уже после шахты. Вот сколько я вообще тут уже собрал. Ну что ж, ребят. Сейчас пускай мне приварится, я сделаю ножницы. И будет у меня кровать. Все, ребят, я сокращу себе ножницы. Пускай, ребят, пройдет ночь, я сделаю себе кровать. Поверьте, ребят, со мной мне выпало сразу три цвета серой кожи. Давайте делаем сейчас, ребят, кровать. Изначально я хотел так сделать кровать. А теперь давайте вот так сделаем. Все. Точка. Поздравляю, появление задано.
Ну что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Романов. Всем пока. Такая короткая серия.